Я сейчас буду выступать о условном... Кто-нибудь слышал вообще про термин conditional scheduling? Кто из вас слышал об этом? Одна, две руки. Хорошо. Значит, мы поговорим сейчас об условном планировании, conditional scheduling. Если у вас есть... Мы, может быть, около 1000 эфиров перевели, не больше. Здесь проект нам основывался на эфире. Сейчас мы хотим создать что-то лучшее, именно поэтому есть условное планирование. Вот это твит Илон Маск, вы, наверное, знаете этого мужика. Это на самом деле не настоящий твит, но там написано, что за хрень такая, этот conditional scheduling. Мы понимаем, что это занятой человек, у него там SpaceX, Tesla, там проекты бушуют. Поэтому нужно объяснить, что такое условное планирование. Те из вас, кто знает, что такое CS в программировании? Ответ на удовлетворение какого-то условия. Условное планирование, как раз, если удовлетворяется on-chain условие, тогда отправляется транзакция. Если то, это этот алгоритм. Поскольку мы в децентрализованном trustless пространстве, эфир, да, мы хотели быть trustless, мы хотели быть открытыми для всех, поэтому у нас есть смарт-контракты. Условия есть, условия должно быть on-chain, должно быть в этой блокчейн-цепочке, и должны быть стимулы рынка исполнения. Это очень интересная концепция, потому что все, кто участвует в рынке, могут теоретически получить деньги. Это хороший стимул. Приведу пример. Децентрализированный стоп-лосс, механизм стоп-лосс, избежание дальнейших потерь. Децентрализированный стоп-лосс, если у вас падает обменный курс, это... У нас есть исследовательский проект, мы уже осуществляли proof of concept, доказывали работоспособность концепции. Есть возможность осуществить стоп-лосс, то есть ордер стоп-лосс. Исполнение этого ордера ограничено некоторыми моментами, как подписанием транзакций. Это нельзя делать во всех биржах, но тем не менее здесь это можно делать. Очень интересные такие моменты наблюдаются. Какие еще ограничения здесь есть? Еще есть ограничения по поводу текущих бирж, нынешних бирж. Не все биржи могут принимать ордеры параметрами, только по идентификатору. То есть нельзя запрограммировать, нельзя запланировать условно. Если вы хотите создать стоп-лосс, вы не знаете, какой ордер нужно будет направить, какой ордер там будет. И это проблема. Но это архитектура самой биржи, которая препятствует этому. Когда вы планируете свои транзакции, возможно, это может быть запланированный контракт с методом выполнить, execute. Это может быть can execute, смарт-контракт, например, будет проверять стоимость эфира, котировку эфира к привязке к доллару. Если мы видим ценовой оракул, если мы видим in range, maker или melon part, у них есть свои... такие инструменты on-chain, вы можете использовать их данные для того, чтобы отправлять стоп-лосс ордеры. У нас был в Швейцарии хакатон, мы его выиграли, Melonport. Там мы встретились с следующим спикером, который через несколько слов, Андрей. Он будет выступать перед вами через несколько часов. Что такое? Это Melonport. Это децентрализованное управление активами. Децентрализованные деньги, условно говоря. В данный момент можно дать деньги человеку, который создает фонд. Этот человек будет инвестировать деньги из этого фонда децентрализованно в какие-то проекты. Именно таким образом мы пришли к проекту стоп-лосса, создания стоп-лосса для этих фондов. Хотели посмотреть, насколько это будет полезно. Для чего это может быть полезно? Условное планирование. Как я уже упомянул, децентрализированный стоп-лосс ордер – первый функционал. Второй, я не знаю, вы знаете, что это или нет. Кто из вас знаком с таким понятием, как dead man switch?
Это аварийная педаль, аварийный размыкатель. Что это такое? Это очень интересная концепция. Dead Man Switch. Это безопасный аварийный размыкатель. То есть у вас есть один кошелек, там деньги лежат. Там лежит крипта. И вы хотите создать второй копию. Или завести второй кошелек. Если не будет активности по первому кошельку в течение полугода, то вы захотите перевести эти деньги с этого кошелька на второй, предварительно предопределенный кошелек, если не будет полгода активности никакой. Вот это аварийный размыкатель. Если вы потеряли ключи от своего старого ключа, то есть полгода не можете ничего сделать, то, тем не менее, вы можете использовать этот аварийный размыкатель для того, чтобы эти деньги себе назад получить. Это можно сделать автоматически с протоколом Кронос. Вы можете создать дополнительные условия, что это будет автоматический вызов этой функции. Даже если вы забудете об этом, может 10 лет пройти, не то что полгода, этот аварийный размыкатель может сработать и через это время. Он все равно сработает, и вы получите свою денежку забытого кошелька. Следующий момент, который здесь присутствует, это автоматическое управление протоколами, автоматическая поддержка протоколов. Что это за протоколы? Там раздача токенов, распределение токенов. Если у нас есть децентрализованная организация, если у нас есть другие протоколы, всегда будет какая-то необходимость техобслуживаний. Может быть, предыдущая презентация была интересна по Драгонириуму. Даже в их случае какое-то приложение может опираться на потребности в обслуживании. Как это сделать вручную? Вручную это проще, да, но это дольше по времени. Можно автоматизировать, нужно подумать. Боты могут играть в игры на блокчейне. Может быть, не такие формальные 3D-игры. Это скорее будут планирование транзакций, условное планирование. Если вас кто-то победил, вы можете снова войти в игру и сыграть снова. Это просто автоматизация. Бот делает что-то за вас в рамках какого-то процесса, алгоритма. Вы можете в этом случае расслабиться, заранее запрограммировав эту транзакцию. Какая здесь проблема может быть? У нас нет нативного планирования на эфире. Мы говорили с Виталиком, и он сказал, что рассматривается такая возможность, рассматривалась, вернее, на ранних этапах эфира, но они не захотели ее внедрять, эту фичу, потому что уже там движуха была достаточно активная, и именно поэтому мы хотим запланировать транзакции Trustless. Еще один момент. Сделайте что-нибудь при удовлетворении какого-то условия. Если вы программист, вы знаете, что такое «если то». Вы знаете, как это происходит. Так, да. У нас есть три компонента. Первый — это смарт-контракты. И еще два компонента — смарт-контракты. Основное условие — on-chain, смарт-контракты. Смарт-контракт, on-chain компонент. Смарт-контракт должен исполняться и выплачивать баунти, только если вызывается определенным методом. Планирование можно делать off-chain. Это будет снижать стоимость газа. Не надо будет столько газа. Как создание бесконсенсусной среды между исполняющими агентами. А пример этого, как это может работать, это как будильник эфира. Создаете запланированную транзакцию, которая будет выполняться только при выполнении какого-то условия, какого-то времени наступления или достижения какого-то условия, выполнения какого-то условия. По времени или по условию. Затем можно можно подписывать транзакции, и кто-то сможет выполнить вашу транзакцию и получить баунти, как исполняющий агент. Это рынок исполнителей, рынок исполняющих агентов. Я уже упоминал, что все, кто захотят, смогут там поучаствовать. Можете скачать нашу... называется Time Node, и можете исполнять транзакции других людей, которые запланировали это в этот Time Node. Time Node — это график. Например, завтра в 3 часа дня они хотят, чтобы произошла транзакция. Вы тогда скачиваете этот список,
вы эту транзакцию инициируете по их заказу, скажем так, заранее, и получаете за это какую-то награду. Это идеальная конкуренция, потому что у нас есть люди, которые планируют транзакции, и у нас есть люди, которые хотят исполнять эти транзакции, потому что они получают награду от людей, которые планируют. Но даже с этим рынком исполнения все равно есть проблемы, потому что рынок исполнения не уникален, он не относится только к тому, что мы создаем. Этот рынок может быть полезен для всей экосистемы. Есть также некоторые стандарты. Например, EIP-1077 очень интересный по поводу исполнимой подписанной миссаги. Это может быть гораздо... Таким образом можно гораздо проще привлекать пользователей. То есть сообщение, исполняемое сообщение с подписью EIP-1077. Помните, упоминали сегодня проблемы, когда всплывают эти поп-апы, которые нужно подтвердить транзакцию. Как в Dragonerium, в других прилагах эта проблема кошмарит пользователей. Если вы оунер, если вы владелец этого приложения, вы можете платить, выплачивать газ своим пользователям в определенных случаях. И поначалу, может быть, не нужно будет вообще не подписывать каких-то транзакций. Может быть, им не надо будет знать, что у них есть вообще бумажник, кошелек. Вот такая концепция. Протокол Origin уже упоминался. Децентрализованный Airbnb, например, создание такой системы. Нужно создать оплату газа вашим хозяевам, которые выставляют объекты на Airbnb. И тогда они даже не будут знать, что они работают через блокчейн, они получают эти деньги через блокчейн. Также это может быть эфир, представление баунти. ERC-1197, может быть, какой-то еще токен, что-то. Существует большое количество стандартов, о которых еще нужно договориться. То есть большое количество стандартов, еще сообщество не договорилось о них. Есть координация, также кто-то планирует транзакцию, и нужно теперь выбрать, кто будет исполнять эту транзакцию. И в данный момент в Ethereum Alarm Clock у нас есть проблема с инициацией транзакции. Транзакцию выполняет несколько людей, но только тот, кто инициировал, получает награду. Это неправильно, это не очень хорошо. Думаю, что на данный момент мы пришли к выводу, что нужно будет создавать свой собственный консенсус между исполнительным агентом, кто будет исполнять транзакцию. И когда вы создаете вторую версию протокола, когда мы будем создавать вторую версию протокола, координация однозначно нужна. И также нужна приоритетная очередь на основе стейков. Очередь приоритетов – это достаточно сложная, дорогая, математически сложная задача. Не очень идеальное решение. Также у нас есть TimeNode. Это наш исполняющий агент. Мы его назвали TimeNode. По сути, это TypeScript. Он реализован на TypeScript. То есть исполняется на Node.js, в браузере. Можете со своим кошельком с ним работать. Он мониторит новые смарт-контракты, которые инициируются, развертываются, вернее, и между ними инициируются транзакции с условием, что это происходит on-chain. Транзакции, каждое действие может проверяться on-chain без каких-либо мошенств, без фокусов, и можно получать за это баунти. Баунти, которое раздает запланировавшие транзакцию. Это может быть плагином в клиенты эфира TimeNode. Сейчас на Python создаются плагины. И некоторые плагины, возможно, будут подключаться к этим клиентам на Python в какой-то момент времени в будущем. Я могу себе представить эту ситуацию. То есть вы не только хотите заработать денег на эфире, не только майнингом управлять или стейкингом, но вы также можете исполнять дополнительные действия. Вы можете от стейкинга, от Proof of Work получать награду. Вы можете от того, что направляете транзакции других людей, координируете транзакции других людей, тоже получать награду. Это один из возможностей, как одно из возможных вариантов развития сценария в будущем. Как можно зарабатывать на эфире. Спасибо. Так, сейчас у нас будет более техническая часть. Мы предлагали это Zero X, подход Zero X.
как можно ZeroX автоматизировать торговлю? Если создастся, если будет создан прокси-кошелек, будет запланирована транзакция, сделка, и транзакция это там в белом списке прокси-воллет, прокси-кошельке. Если эта транзакция находится в белом списке, тогда эта транзакция получит доступ к вашим средствам. Множество способов валидации, подписи или подписывания заказов, ордеров вернее. Если у вас order book off-chain, как ZeroX это происходит, которая основывается на релеерах, на тех людях, которые переправляют дальше по цепочке, то им нужно отправлять параметры заказа в сыром формате, в сырой версии. И там должна быть подпись, ваша подпись. ZeroX второй версии, version 2, позволяет подписать это за счет запроса внешний одобренный контракт. Это очень интересная тема. Потому что можно вот такого рода проводить децентрализованные стоп-лосс ордеры исполнять. Мы расширили валидатор ZeroX, валидатор подписи. Вот такой у нас получился. Такая у нас картина получилась. У нас есть предложение по улучшению GitHub. Есть репозитории с тестами. Это может сработать. Поскольку пока это не готово к продакшену, но у нас есть уже концепции. Можно подписывать порядок транзакций, можно подписывать сам ордер. Кто-то может за вас исполнить какую-то сделку. И затем при удовлетворении какого-то условия, например, падение котировки эфира ниже какого-то уровня или цена какого-то другого актива, ассета падает, это trustless и decentralized в наилучшей форме. Не требует доверия и децентрализованно. Таким образом, вы можете создавать даже централизованные планировщики. Вы можете создавать это со своих серверов. Можете использовать со своего компьютера. Это, делать это со своего компьютера. Но в этом случае кто-то должен вам доверять, потому что у вас может интернет обвалиться, может свет потухнуть. Если вы создаете или хотите создать веб, который будет неостановимым, то, может быть, нет смысла все централизованно управлять. Нужно большое количество инфраструктур. Именно поэтому мне понравились презентации сегодня по поводу децентрализованного браузера. Если у нас есть цензура, как в некоторых странах она реально есть, если у нас будет цензура, то централизованные версии фейлят, а вот децентрализованные будут работать, обходить цензуру. У нас есть открытые проблемы, это коллизии транзакций, конфликтующие транзакции, конфликтующие сделки. Версия номер один до сих пор с ними сталкивается. Это значит, что две или более сделок, которые проводятся в одно и то же время, кто-то может потерять деньги. Есть фронт-раннинг майнеров, которые могут заявлять, что они впереди планеты всей идут. Они действительно так и будут делать, потому что у них они могут манипулировать транзакциями. Цена газа тоже вариант. Динамическая стоимость. Нужно обеспечить возврат газа и также награду. Наград в виде газа. Проблема в том, что вы не можете предугадать стоимость газа на эфире. Это проблема. С чем мы экспериментировали, с чем мы игрались? Это создание опционного рынка для газа, для котировок газа. То есть опционы, вы можете кому-то заплатить один эфир, какую-то произвольную цену, и они исполнят вашу транзакцию вне зависимости от цены газа. В течение следующего месяца, например, опцион на месяц. Если вы корпорация или если вы какое-то предприятие, крупные компании хотят опираться на предсказуемые моменты, хотят, чтобы в следующем месяце тоже все было предсказуемо. А завтра цена газа может быть сотня, например. Это не очень предсказуемо для них. И поэтому вот это создает более стабильные условия. Опционный рынок на месяц, например. Если вы участвуете в работе этого рынка опционов газа на месяц. Это, конечно, идея пока на будущее, пока это не работает. Это просто концепция. Еще один момент. Если мы уходим с чейна, если мы уходим в офф-чейн, то нужно доказательство.
исполнения. Если кому-то платите баунти, то нельзя допустить, чтобы это баунти выплачивалось просто так. Должно быть какое-то доказательство того, что была проведена операция. Если это офф-чейн, это необходимо создание дополнительного блокчейна для того, чтобы этим управлять. Я хотел еще упомянуть этот будильник Ethereum Alarm Clock. Завершая свою презентацию, Ethereum Alarm Clock — это протокол, open-source протокол для смарт-контрактов. Мы интегрировали это в крипто-кошельки. Если вы хотите запрограммировать какую-то транзакцию, какую-то сделку, провести в определенное время, если даже ночью спите, например, новый дракон появился в 2 часа ночи, то не просыпаться же в 2 часа. Завел будильник вот этот на 2 часа, и что-то произошло, что-то нужное вам в 2 часа ночи. Вы спите, система работает. Я хочу действительно вас поощрить использовать эту тему. Заходите на MyCrypto и нажимайте там кнопку Send Later, то есть отправить с задержкой. Вопрос-ответ, и сейчас самое время, пожалуйста, задавайте. Any questions, any potential questions, please, if there are any, make sure you voice them in English. Oh no, there is interpretation going on, so definitely, yeah, they can come in Russian. Tolya wants to ask a question. Make sure that Daniel has an earpiece. Нет, да, Даниэлу надо приемничек забрать, принесите ему его приемник, он с ухом лежит на его месте. Half a second. The receiver is coming. Yeah. You're supposed to wait until the receiver arrives to Daniel and is inserted in his ear. You were supposed to have them on you at all times. Okay. It's my magical Russian. Oh, уже можно, да? Спасибо за доклад. Скажите, может быть, я что-то не понял, но возможен ли у TimeNot запуск по некоторому событию, например, которое связано с, например, отправкой другой транзакции? И если да, то с какого момента минимального он возможен? По поводу времени, можете уточнить свой вопрос? Минимального времени, вот этот момент, можете уточнить? Так, триггер по события. Да, события, которые связаны с другой транзакцией. События связаны с другой транзакцией. Например, если кто-то хочет украсть мои деньги с моего кошелька, злоумышленник тогда может сделать транзакцию, запустить транзакцию с моего кошелька. И я тогда отправляю сразу же отмену этой транзакции, обратную транзакцию. Надо было по-русски просто нормально объяснить, было бы понятнее. Да, вопрос теперь более понятен стал. Ну, триггер по событию как бы сложно перевести, но неправильно. Мы хотим обеспечить условное планирование, да, то есть если есть какая-то передача, событие произошло, должен быть какой-то метод. Если произошло что-то плохое, да, вы можете завязать триггер на событие, но возвращаясь к вашему вопросу, хотите ли вы вернуть деньги с другого кошелька, вам нужен будет частный ключ, приватный ключ, это невозможно. То есть отмена транзакции, нужно будет с другого кошелька деньги вычислить. Further questions? Валера has one. Спасибо за презентацию, спасибо за выступление, очень понравилось. Вопрос такой: если я планирую транзакцию, эти транзакции забирают данные из будущего. Вот простой пример: я сейчас дракона выдвигаю на гладиаторский бой. Я хочу автоматически, чтобы началась эта битва, как только кто-то выдвинет дракона на битву. Но я не знаю прямо сейчас, когда это произойдет. Я не знаю, могу ли я запланировать транзакцию, которая будет подхватывать эти данные из контракта и запускать саму транзакцию, гладиаторский бой в данном случае.
Я думаю, да, потому что если вы делаете условное планирование, если вы привязываете выполнение действий, это return, возврат да или нет, возврат true or false. Метод смарт-контракта. True или false. Действие предпринимается в зависимости от этого. Можете предопределить этот момент, то есть в будущем появляется дракон, который вас интересует, можете прописать его имя и проверить какие-то другие, например, NS3. Если такие условия можете промониторить, то вы можете запланировать такую транзакцию, запустить бой с этим драконом. Понял, хорошо. Еще один вопрос по поводу процесса не совсем понял про сетап. У нас есть Electron App, приложение Electron. Вы можете зайти на нашу страничку. Можете загружать туда Keystone Wallet. Это лучше делать офлайн. В данный момент мы хотим, чтобы вы подписывали транзакцию 333 дня там. И тогда она работает, то есть нажимаете старт. Нужно немножко эфира, нужно запрограммировать доходность транзакции, вот такие вот параметры задать и исполнить ее. Спасибо. Это привязка ко времени, исполнение по времени. Да, спасибо за выступление, спасибо. Я думаю, что проблема цены газа очень интересна. Расчет или определение будущей цены газа. Будущие котировки, потому что транзакция исполняется в будущем, и неизвестно, когда на этот момент будет цена газа, какую цену убивать. Я правильно понял, что я могу отсрочить это, или я могу кому-то заплатить заранее? Это как страховка своего рода, потому что есть случаи, что я один эфиром заплачу заранее, а цена газа поднимется до заоблачных высей, и им понадобится платить больше. Да, в этом случае ждите, что услуги страховщиков повысятся. То есть поход через них будет осложняться. Они хотят пройти через какой-то порог безопасности. Мы не первые, кто придумали эту идею. Но это очень интересная тема. Мы хотим покупать опционы вот эти на газ. Опционы, месячные опционы на газ. Вот таким образом играть на этом рынке. Спасибо. Круто. No further questions, I gather. Okay, round of applause to Daniel. Thank you, Daniel. Спасибо, что приехал.